Мы вот, собственно, приняли окончательное решение о поддержке определенных категорий граждан, в том числе и семей многодетных, с учетом полной компенсации затрат на догазификацию домовладений. Сейчас уже все там оформляем документы, но решение такое принято, и для них это, собственно, будет бесплатно, как доведение по поручению президента до границ участка, так и, собственно, установка оборудования и проведение работ в границах участка. Поэтому тоже просьба вот все эти нововведения, которые появляются, своевременно доводить с тем, чтобы люди могли определиться, так сказать, участвовать, не участвовать в программах, там, где это необходимо.